позорим его на весь Ютуб нафиг! Вот так вот, падла, будешь у меня подписчиков тырить. Так-так-так. Здорово, ребята, всем приветище огромный. Сегодня с вами я, Виктор, и мой маленький друг. Цветок. Как видите, игрушка все та же. Tube Tycoon называется. Она немножко обновилась, версия теперь бета 1.2.4, вот тут вот она написана. Иконка у меня немножко другая, Дарт Вейдер моего стала. Но во всем остальном вроде как минимальные какие-то изменения и правка багов. Итак, мы с вами продолжаем играть. Давайте для начала мы сходим и запишем пару прохождений. Можно даже особо... не заморачиваться, прям по очереди. Кстати, я забыл чат включить, сейчас он тут же появится. Сейчас все будет, вот и чат подтягивается. Ну и смотрим, так, Пикамоныч, две штуки точно возьмет, там чуть ли не 2500 будет. Так, Хардстоун, что-то плохо. Плохо Хардстоун, а что так плохо-то Хардстоун, ребят? Вроде все так хорошо было, хренак на тебе. Надо раскочегарить. Ну-ка, давай еще Хардстоуна. Витя, рулить. Так, Витя, если бы тебе задонатили рублей, это к 500 тысяч, какова бы была твоя реакция? Вопрос хороший, знаешь. Ну, давай задонать, посмотрим. Витя, гав. Вот смотри, а следующую серию Хардстоуна вообще засмотрели. Ну как это, как вот смотри, как это возможно, ребят, что восьмую серию смотрит 500 человек, девятую 1500? Это при двух... О, 2000 подписчиков, ребята! У-ху! Отлично. Супер. Давай, уходим в ночь. Сейчас будем снимать видео про то, что у нас на канале 2000 подписчиков. Это ж круто. Так, в карьере давай посмотрим, ничего нету? Да, ничего нету. Тёк, я тебя обожаю, пишет, спасибо. Давайте записываем Basic Vlog. New Suitcase, Respectable YouTube, Respectable Facebook. YouTube? Наверное, про YouTube давай. Давай про YouTube напишем. Ну, действительно, мы же как бы 2000 в YouTube собрали, а не в Facebook. Погнали. Ох, сейчас что-то будет. Сверху полирнём играми давай вовсю. В принципе, мне нравятся те игры, которые я записываю. Так что... А, максимум 3 штуки можно. Что ж такое-то, а? Ну, как обычно, влоги смотрят... плохо. Не, ну в этот раз намного больше, чем в прошлый. Сейчас почти 300 будет человек. Тьфу ты, блин, снял, блин. Ай, классно, вообще тральнуло меня. Что-то Пикамон вообще опустился, смотрю, в рейтинге, не очень интересен стал. Ж надо было так, а? Снял про 2000 людей на Ютубе, и на тебе минус 300 сразу. Сверху. Молодец. Никогда не снимайте такие видео, да. Вот я же сказал, нужно летсплей снимать. Сразу плюс 400 обратно, смотри, вернулись. Крутяк. Да вообще волшебство какое-то происходит. Так, давай спать. Слушайте, давайте пойдем в W. Сходим, а? Я давно хотел это сделать, там 50 баксов всего надо. Так, visit W Brotherhood. Опа, смотри, я нажал кнопочку $50 и сразу донат упал. Колобок 0210 поддержал на 401 рублей со словами: давайте скинемся, Витя, на Бентли равно. Давайте, Витя. Давайте для начала скинемся, Витя, на новый компьютер. Только покупать я его буду, когда в осенью, когда выйдет новый процессор, новые видюхи. И вообще, зачем сейчас покупать, уже не вижу смысла. Вот, давайте. А? Хороший. Хорош. Ух, сколько в чате мне всего написали. Все, кто посмотрели блог, ушли. А, ну да, кстати. Все, кто посмотрели блог, ушли. 303 человек посмотрел, ушло там 290. Я тебя понял, хорошая шутка. Так, а как с ними задружиться-то, я не понял. А, в карьере нужно сначала скилл выучить с ними. Все, я понял.
Я понял. Сейчас, значит, первейший скилл, который будем учить, это мы скилл с этими парнями. Так, ну что? Давай посмотрим. Пикамон как-то уже сдулся, мне кажется. Давайте завершающую серию Пикамона. Степан Беляков поддержал на 50 рублей со словами: «Привет, Витя. Привет. Как обычно, желаю удачи. Степан. Надеюсь, не опоздал на стрим». Не опоздал, только начали. Усаживайся поудобнее, доставай попкорнчик там. Я не знаю, какие напитки ты предпочитаешь, там, может быть, пивасик, может быть, еще что-нибудь. И приступай к употреблению видео. Опа! Авиксус поддержал на 75 рублей со словами: «Новый комп». Новый комп, спасибо. 298 сабов, ребята, привел нам юзер «Я так мам». «Я так мам». Ха-ха. Слушай, выбракованно, кстати, в прошлый раз мне прилично принесла. Вот «Я так мам» вообще классный. Так, что у нас тут еще одну... Так, погоди, как назад-то сделать, я забыл. Жалко мне кнопки назад. Так, ух ты ж, смотри, Пикамон, может быть, зря закончил, он что-то стрельнул. Хардстоун что-то вообще не заходит. Ладно, давай новую игру какую-нибудь впендюрим. Может, прохождение какой-нибудь новой игры? Смотрите, Пикамона прошли, Тьюб Тайкун прошли, World of Glue. Погнали. Так, и сейчас у нас, кстати, будет перк, и мы с вами вложим в W. И... Они не так уж хорошо, как хотелось бы. Кстати, Пикамона последняя серия, что-то Great Stuff, thanks, 91 лайк на комменте. Да не бывает такого, чтобы 91 лайк на комменте был при 2000 просмотрах видео. Single Player Game. 1300, почти неплохо. Эйвсом. Your voice sounds amazing, твой голос звучит восхитительно. Так, прикупи себе нового оборудования. Так, это видео было бы намного лучше с котиками. Но у меня котиков цветок заменяет. Любите, жалуйте. Так, и твои видео отстой. Типа, иди живи. Get life. Я не знаю, как перевести на русский язык-то. Но я понимаю смысл. А... Мне трудно перевести так с лету. Типа, поимей реальную жизнь, что-то такое. А, займись семьей. Я не знаю, наверное, так лучше перевести. Так, Tube Steam, 32 бакса потратили мы, и даже с этими тратами мы все равно в плюсе остались. Офигеть. Так, карьера, ребят. Ты классный летсплейщик, пишет. Ой, новый. Я прям млею от ваших слов. Так, W Brotherhood. Покупаем, мы пошли сразу к ним в гости, занаведаемся. Хоп, где вы тут живете? Оп, полтосик. Ага, отлично. Так, теперь выбирай правильные ингредиенты. Колобок 0210 поддержал на 100 рублей со словами: «Тогда на комп равно». На комп равно. Так, ребят, смотрите, здесь эссенция времени, эссенция активности и эссенция славы. Что бы нам взять? Я так понимаю, давайте славу возьмем. У нас, наверное, подписчиков много будет. И с ним со всем остальным. Давай славу. Так, эссенция славы. Смешать с удачей или с количеством. Не, ну слава — это неисчисляемая какая-то вещь. Поэтому мне кажется, что с удачей. Варим. Хоп, хоп. Skill improved. Yes. Да, детка. Так. Bigger recommendation chance. Так, больше шанс на рекомендацию. Вау. Каким-то образом теперь ты более лайкабелен, чем раньше. У тебя больше шанс, что тебя отрекомендуют знаменитые ютуберы. Так, ребята, игра говорит, что отныне я теперь более лайкабельный. Так что ваша задача —
поставить этому видео больше лайков, чем прошлой серии. Иначе что-то будет неправильно. Давайте начинаем работать прямо сейчас, с этого момента. Ставим лайк этому видео. Давай, 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 ребята, не теряемся. Не зажимаем свои клики. Даркхайд поддержал на 50 рублей со словами: вот денежка на закрылок от Бентли. Мы Бентли все равно собираем, я понял. Так, кстати, а можно к ним еще раз сходить? Оу, теперь соточку стоит. Так, так, говорит типа, что... магический котел перезаряжается. Классно, ребят, магический котел перезаряжается. Нифига себе. Пишет человек, ну мы же как бы на стриме снимаем, пишет человек, по привычке свернул стрим и попытался поставить лайк. Лайк человеку за такой порыв просто доброты. Ну, значит, я смотивировал вас. Я, значит, смотивировал, это круто. Ладно, погнали дальше. Так, World of Gyu... Чё, да-да-да. Говорю на языке опоссумов. Только сейчас, только сегодня. Вопрос, ведь ты в чат вообще смотришь? Не, знаешь, я его просто так запустил, чтобы не смотреть в него. Это, знаешь, фишка. Это дань моде. Я не знаю, как тебе еще ответить. Сам поймешь, наверное. Чё-то Харджем... О, не, нормально, смотри, пошел. Нормально, Харджем заехал. Айс Тауэр прям не перестает удивлять. Прям 2000 каждое видео. Харджем тоже прикольно, Хардстончик попер. Круто. Вики, сними, пожалуйста, фанатские продолжения Undertale. Единственное, которое я знаю, фанатское продолжение Undertale, это Undertale Red. Других нет, нормальных. Ну, отлично, смотри, отлично сыграли. Давай спим, 33-й день. Так, Brotherhood минус 50, но все равно мы при бабле. Можно опять попробовать Brotherhood, интересно, они там как... А, о, соточка, поехали! Так, смотри, Fame мы уже брали себе. Так, Activity и Time. Давай Time возьмем, Essence of Time. Так, паблишинг или интерес? Не, ну интерес это никак со временем не связано. Я думаю, паблишинг, время паблишинга надо уменьшать время паблишинга, ребят. Давай, давай, мути, вари. Skill improved. Да, детка, да, детка. Publication time is 2 seconds shorter now. А, ой, переводить надо. В общем, время публикации теперь на 2 секунды короче. Понятно, в общем. Закрыть. Я не знаю, сильно ли нам это прибавит чего-то. Ну, давай попробуем записать. В принципе, все то же самое пока, да? Мир клея. Ice Tower. Витя, тащи, пишут. Тащу. Воу-воу-воу-воу, Ice Tower! О, господи, боже мой, ребята, как попёрло! Это что, из-за скилла или чё? Ни хрена себе, жесть! Ты смотри, 3600 просмотров, ребята! Да у меня сейчас видео иногда столько набирают. Ну, самые неинтересные. Ну или Dark Souls 3, потому что нормальные игры не смотрят нормальные люди. Сейчас вообще такую сказал штуку. Оскорбил, можно сказать. Не, я не это имел в виду. Я хотел сказать, что все хорошо. Вы меня поняли. Так, Витя, активность качай. По 5 видео в день сможешь класть. Обязательно. Сейчас мы Харджем еще сниму. Это не из-за скилла, это потому что ты папка. Кстати, мне сказали, что у меня больше должно быть этих рекомендаций, но что-то как-то я их не наблюдаю. Эх, как хреново зашло-то.
А о, смотри, пожалуй, хухух, опять матерная группа под ником Хусиек. Блин, мне так и хочется букву С убрать из этого названия, и жесть вообще получается. Но вы меня не слушаете. Блин, класс-то кака. Давай, следующий день. Так, 160 денег осталось, давай-ка надо... Надо, мне кажется, с Хардстоуном уже, наверное, завязывать. Тем более... Ай. А, не, давай вот так сделаем. Мы вот поснимаем вот эти. Так, зельки на один день, Вича, прочитай. Ах, зельки на один день. Не-не-не, погоди, там написано, что отныне и навсегда. Ты меня не пугай, зельки на один день. Я усажал, написано было, что отныне и навсегда. Однодневные зельки, блин. Испугал меня, я реально испугался того, что они однодневные. Так... Продолжаем зарабатывать бабусики. Мир клея, он говорит, такой. Да, синглплеер по миру клея. Никто его еще не проходил. А я про что? Пройду. Вот эта вот полоска публикации на 2 секунды быстрее теперь бежит. Я не знаю, кто-нибудь с секундомером замерьте, пожалуйста. Ах ты сраный! А, нормально. Сраный Джек, а? Ну-ка, давай посмотрим, он нам уже... Вот засранец. Смотри, он ник сменил. Прикиньте, он ник сменил. Он был раньше Джестин Джек, а теперь он просто Джеком называется. Паразит, а? Я тебя запомнил, гад. Все, сейчас пойду к тебе на канал и буду срать в комменты. Все, спать и заканчиваем с Хардстоуном, давайте. Ведь зельки навсегда особо не повышая энергию, видео, игры плюс блок хватает за глаза. Меньше же снижается интерес. Иди игры плюс блок, энергию особо не качай. Так, съешь 5 таких зелий, публикация будет 1 секунда. О, круто. Так, значит, что мы хотели? Да, Хардстоун совсем угас. Даже не восстанавливается у него... Интересность, у Айстаура прям хреначится и хреначится дальше. По 3000 просмотров. World of Glue уже, кстати, немножко отходит. А хотя нет, я же две серии снял в прошлый день, поэтому такая проблема. Так, Витя, ответь, ты знаешь, что если сюда задонатить... О, отлично, Нескот. Спасибо. Опа, 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 королек, еще спасибо, мы прям к 5000 уже приближаемся. Так, если задонатить, то тут будет типа твой канал, и ты будешь лайкать или хейтить видео. А, это типа меня сюда включат, да? За сколько ты купил Steam контроллер? За 7000, сейчас его за 6,5 можно взять. Да, дорого. Ну, а больше никак. Я просто его хотел. Так, мы с вами играли в мультиплеер Хардстоун. А, прикиньте, его теперь нельзя записывать больше. Странно. Ну тогда давай Вармс. Давай Вармс запишем. Будем потихонечку сверху вниз идти по всем играм. С Хардстоуном закончили. Па-па-ра-па-па-ру-па-па. Витя Джек, как Ферамир, всех хейтил, а потом свалил на другой канал. Я не знаю, кто... Я не знаю, кто такой Ферамир. И это 7-5! Ой, это 7-5. Это, ребята, почти 6000 просмотров и 64 бакса с одного видео. Я купил игруху за 60 баксов и за одно же видео окупил ее сразу. Лоу-лоу-лоу-лоу, 45 комментов. Great монтаж, отличный монтаж. Классно, отличное видео, я подпишусь. Вау, отличный канал, замечательно, давай продолжай. I do not like this. Мне это не нравится. Круто. Вау, классно. Поехали дальше. А как не знаю, что такое Ферамир? Я не знаю, кто такой Ферамир. Просто я не знаю, кто такой Ферамир.
Пирамир знает, кто я такой? Спросите у него. Я думаю, вряд ли. Так. Что тут у нас? World of Glue. Еще идет. Ну давай. Ну давай, Worms 2. Давай десятку. Давай 10 тысяч просмотров. Давай, Worms 2. Не, 10 тысяч не будет. Будет намного меньше, чем первая серия. Что-то Ice Tower тоже подсдулся. Давайте поменяем игру, а? Надоело одни и те же игры снимать. Давай, заканчивай, наверное, World of Glue. А потом еще и Ice Tower закончим. Поиграю в игру Craft the World. Играл еще давным-давно, уже год назад, наверное, когда она только вышла в Early Access. Есть запись на канале. Опа-па-па-па-па-папка. Пришел донатик. Газон анонимка поддержал на 50 рублей со словами: приветствуем всех зрителей и тебя, Витя. Вот спасибо. Тебе на Бентли чуть-чуть. Песня. Бродя, Флэрс. Слушайте, мне уже столько песен заказали. Я даже не знаю, когда я успею. Ну, не, я думаю, успею. Сегодня у нас приличный стрим. Я думаю, где-нибудь... хорошо, если в час закончим. Так, смотрите, у нас есть один поинт. Мы с вами, наверное... А что, наверное? Сюда я могу вложиться? Нет, сюда я не могу вложиться. Ну, значит, вариант 2. Либо сюда, мультиплеер. Либо сюда. Так, а дальше туда. Онлайн-геймс требуется. Реферальные ссылки. Можно подзаработать больше, да? А здесь что? Игры от подписчиков, эксклюзивные игры. Ага. Понятно, давай вот отсюда зайдем. Через онлайн-игры зайдем. Сначала сюда, рефлинки. Илюха, спасибо. Илья поддержал на 50 рублей со словами: как не знат Ферамира, у него жесть, что творится? Не знат. Как не знат? Вот так просто не знат. Так, Витя, а то как ты со Стасом будешь играть? Погоди, погоди. Так, коп, бери, а то как ты со Стасом будешь играть? А я чего взял? Да не, ну в любом случае все там возьмем. Кстати, Вармс что-то не очень пошел. А из Тауэра то лучше ходит. Так, давай новую игрушку тогда впендюрим. Запускаем Steam и что-нибудь... О, Батла 4, смотри. А что так дешево-то? Battleland 4, 10 баксов всего. World of Trunks. КС, стоп. Шутка, супер. КС, стоп. Эй, классно, Team Fortress 2. Borderlands 2. Так, DS, DZ. World of Peacecraft. Прикольно, да? КС стоп снимем. Но у меня на моем канале его нету и, скорее всего, вряд ли будет. А здесь пусть будет. КС стоп. Шутка топ. Пишут. Погнали, КС стоп. Сейчас посмотрю, сколько его насмотрят. Смотри, Ice Tower прям фигачит и фигачит вперед. 5000 подписчиков, надо было влог записать, блин. Что-то КС-стоп, не так, что прям топ, но неплохо. Трюльник, сейчас заработаем точно. Ice Tower все так же хрен, ты смотри, это типа как у меня за Binding of Isaac на канале. Ice Tower всегда смотрят у меня, это такая игра, которая у меня постоянно выходит, ее все любят, видимо. Так, так, Витя, рефералы позволят без потерь не заморачиваться деньгами, бери, но все же блоги не забывай ради увеличения подписчиков и более частых лайков ютуберов. Ну ладно, мы сначала разовьемся как классный летсплейщик, а потом... Кстати, можно пойти прикупить себе какого-нибудь зелья классного, да? Ну-ка давай. Так, что мы возьмем? Время активити. Давай активити посмотрим. Activity. Так, энергия или experience? Ну...
Ну, Activity и энергия, наверное. Я думаю, и то можно брать, скорее всего. Здесь по-любому что-то смешиваешь, и во что-то у тебя все это превращается. Так, энергию или experience? Типа, больше экспы зарабатывать буду. А это больше энергии у меня будет. Наверное, надо лучше экспы больше сделать. Пусть будет больше экспы. Тинк-тинк. Тот дривер подержал на 50 рублей, подержал на 50 рублей со словами: Фиромир, это мини-крафтер Плакса. Я не отображаюсь в статистике. На тебе на Бентли. Тут замешаны иллюминати пащ-пащ-пу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 . Эрон-дон-дон-тра-та-та-та. Эрон-дон-дон-тра-та-та-та. Так, экспа. Больше экспы за записи. После выпивания микстуры ты чувствуешь себя более академичным, ну, более обучаемым, я не знаю. Теперь каждый фильм дает тебе больше экспы, чем обычно. Фильмами в этой игре, ребят, называются все ваши видео, в том числе и летсплей, так что не надо мне писать, это только для ютуберов, которые пишут видео. Так. Ну что ж, неплохо, давай протестим. Давай, Ice Tower. CS Stop. Блин. Так, и Worms. Смотрим. О, CS Stop пошел. Ice Tower хуже, по-моему, чуток. Так. Ну, у меня все равно 5000 подписчиков. На-на-на-на-на-на-на. Ну, как-то слабовато все идет. Давайте запишем про то, что у нас с вами 5000 подписчиков на канале. Так, ненормальный кролик, Гаргантюа и Камелли Джек. Ну, наверное, мой канал ненормальный кролик сейчас, так что... А, Джек, помните, Джек? Это тот засранец, который у нас это своровал несколько подписчиков. Давайте, ну-ка, нарисуем про него видео. Что он засранец полный вообще. Ну-ка, 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 давай, давай. Сейчас мы тебя опозорим. Во! Во! Давай, позорим его на весь YouTube нафиг! Вот так вот, падла, будешь у меня подписчиков тырить. Сейчас придет стырить еще, смотри. Не, не пришел, не стырил. Но когда почитаем комменты. Это было слишком смешно, говорит. Ты что, на калькуляторе записываешь? Ты записываешь только ради денег. Как качество отстой. Прикольные комменты. Так, ладно. Отомстили гаду. Что тут у нас? 207 баксов осталось все равно. Так, давай по завершению этого дня будем выбирать аутсайдера. Кто из игр, какая игра у нас отвалит. Попробуй снять Морью, должно быть много просмотров. Думаешь вернуться к старой игре? Ну, CS Stop точно не попадает в лузера сегодня. По ходу дела Ice Tower уходит на покой. Ну, в принципе, да, сколько можно. Опа, 289 сабов. Спасибо. Окей, ладно, Ice Tower, прощай. Так, Витя, попробуй снять. Так, это я уже читал. Витёк, ты работаешь в реальности? Конечно. Иначе как я свою семью содержала? Прикалываешься, что ли, на ютубские деньги семью содержать? Не, если бы там сухарик сидел бы каждый день. Блин, 6000 просмотров. Черт, я отменил эту игру. Ну, блин, она троллит, эта игрушка. Ладно. Конец дня. 40. 40 дней. Так. Ну, давайте выберем что-то новенькое вместо Ice Tower. Может быть, что-нибудь из онлайна, опять-таки, Battleland, World of Trunks. Опа! Ересир подержал на 50 рублей со словами: Витя,
Раз в чате не вышло, попробуй тут, вари зелье с лучк, Амонт и Публишинг. Они самые вкусные. Зелье на опыт после 20 ЛВЛ мизерную прибавку дают. 3. Понятно. Я ничего не понял, правда. Ты так долго все дописал, но спасибо тебе за подсказку. Че, может быть, Cloud Dreamer убануть в синглплеере? Не, Бёрдмана давайте. Бёрдман, блин, Light Souls, о, Light Souls давай. Dark Souls будем записывать. Погнали, Dark Souls. Ну и другой не забываем. Я так понимаю, Варс мы скоро отключим. У-у-у, неплохо. Ведь World of Tanks бомба пишут. Так, кем ты работаешь? Волшебником. Ах ты какая, кремовка. Или кремушка. Ай. Ай. Кто это? Ребенок что-то ушел, что ли, меня тут. Я куда-то влип. Влип, очкарик. Так, все, нафиг этот Вармс. Давайте мы его выпиливаем. Какой-то он неудачный. Но он все время неудачный какой-то. Вы видели? То есть постоянно какая-то фигня. Все нормально играется, Вармс не очень. Так что мы его отправляем в никуда. 322! Какая шутка! Опа, 255 возвращается. Слушай, мы так до десятки скоро дойдем. Так, все, спать. End of day 41. Так, что тут у нас еще? Рекорд гейм. Не, наверное, надо сходить сварить что-нибудь еще. А ну-ка, бразер. Не перезарядился еще. Понятно. Долго перезаряжается. Так, давай новую игру посмотрим. Что-нибудь типа... онлайновые тоже. CS:GO мы снимаем сейчас и Light Souls. Не, надо что-то мультиплеерное. Давай Peacecraft 3. Это мы уже не сможем сокровать, да? Давай, Peacecraft 3. Поехали. Ну, про Warcraft 3 можно прилично поснимать-то на самом деле. Витя, почему у тебя на Твиче можно смотреть только подписчикам? Нечестно, что значит можно смотреть только подписчикам? Сиди, смотри. Ты что, прикалываешься, что ли? Слушай, я вот сейчас смотрю, классно получилось, смотрите. 5700. Сейчас мы снимем вот это вот. Потом вот это вот. Еще одну серию Peacecraft'а. Опа! Давай. Так, Витя, а будешь ли ты? В принципе, вопрос на этом закончился. Человек вот так написал. Воу-воу-воу, Джей Добровский. Ах, я так, мам, ты чё, охренел? 500 человек увёл. Да, 10% канала взял, слил. Ни хрена себе ты крутой. Воу, 7000, ребята, 7000. Первое мое видео с 7000 просмотров. Love the new intro, обожаю новое интро. О, у меня новое интро есть, оказывается. Круто. 7000, охренеть, вы посмотрите, сколько я бабла срубил за этот день, а. Чуваки из W, я хочу быстро закинуться. Давайте скрафтим мне что-нибудь классное. Они что, через 2 дня, что ли, как-то, или что? Конец 42 дня, ну-ка. О, да, давай крафтим. Так, активность, время. Так, что мне там говорили, из чего надо варить? Сейчас я посмотрю в пожертвованиях. Так, видите, так. Вари зелья с лак, эмаунт и паблишинг. Они самые вкусные. Зелья на опыт после 20 плюс левел медленную прибавку дают. Лак, эмаунт и паблишинг. Ага. Вот так вот, ребят. Лак, эмаунт и паблишинг. Тайм. Ага, активити, так. Мы, что, чем они варили? Давай тайм сварим.
Time Publishing. Оп, 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 оп. Да, 2 секунды. Короче, ребята, укорачиваем. Можем себе позволить. У нас слишком длинная. Итак, давай посмотрим, что из этого получится. Ших. 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 Так, видите, в магазине игр есть игра «Витёк», посмотри. Да? Ну-ка, давай глянем. Нет, ты не про это, да? Сейчас. А, ну это там нужно начинать новое видео. Чё-то я не вижу. Действительно, на 2 секунды короче стало? Ну, может быть, на пару сантиметров, но никак не на 2 секунды. Так, опять у меня украли подписчиков, это очень плохо, меня воруют. КС-стоп очень неплохо заходит, я вам так скажу. Так, что за игра? В названии есть название. Как ни странно, название этого стрима. Ух, Light Souls, давай, 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 5000 просмотров, давай! Да, детка. Отлично. Отлично. Сейчас карьеру будем прокачивать, ребята. Давай, давай, давай. Опа. Так, один поинт. Бак какой случился, я не могу прокручивать. Ты ж смотри, а. Блин, реально не крутится, ребят. Я не могу крутить. Почему-то колесико перестало работать. А что надо сделать? Попробую развернуть. И свернуть. О, заработало. Все, свернуть и развернуть игру, ребят. Надо, чтобы колесико заработало. Ну, какие-то мелкие баги противные. Так, ну смотрите. Либо кооп брать. Я думаю, надо рифлинки брать. Берем рифлинки. Тю-тю-тю-тю-тю. Так. КС-стоп. Пискрафт. Ведь одеть зеленую одежду. Ну, это будет странно выглядеть. Пишут, ты играешь сейчас в ПВ. Видимо, ты забыл сменить название игры. Или это так задумано? Это так задумано, потому что такой игры не существует. В смысле, ее нету в списках. Мультиплеер геймы. Пискрафт. 8000 просмотров почти впендюлилось. Вот это круто. Сейчас мы еще с реферальных ссылок начнем зарабатывать. Ю-ху! Так, соусы. Так, ну и давай из крафта еще пиндюрим. Вот это круто. Витя, качай ежедневные блоги. Я с них потом по 100к просмотров получать увидь. Что такое ежедневные блоги? О, сабы пришли. Так. А, Daily Vlogs. Вот это вот, да? И вот прям с них по 100 тысяч просмотров. А с игр ты не по 100 тысяч просмотров лупишь? Не, ну все летсплейщики приходят к влогам в конце концов. Так что я думаю, тоже мы туда ударимся. Ты не расстраивайся. Блин, реально через день, походу, дело варить можно. Они варят мед через день. Дэн-дэн-дэн-дэн. Ну-ка, где рифлинки? Чё-то я не понял. Блин, 236 баксов, ребят, в день. Хотел бы я так зарабатывать на Ютубе сейчас. Нажмите кнопочку «Поделиться» прямо сейчас, а то расплачусь. Лирическое отступление небольшое. Что? 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 Что делать-то надо, а? Я знаю. Пойдем. И чё, они варить не хотят, прикинь? Они не хотят варить. Они не хотят варить, гады. Пора бы, говорит, серию заканчивать. Ну погоди, мы же по 15 дней вроде как снимаем. А сейчас только 40... Какой? 43-й, кажется, идет.
Так что осталось еще чуть-чуть. Не волнуйся. Так, КС, стоп, нормально зашел. Так, Пискрафт. Давай еще КС, стоп, раз нормально зашел. А, рефлинки идут вместе с донатом на видео. Так, на 30% больше бабла примерно. Да не, у меня вроде столько и зарабатывалось. Смотри, 7 тысяч, где-то 7 так и зарабатывалось все время раньше. Ты что-то путаешь, нет? Нет. Либо вот эта вот цифра 77, когда приходит сюда, увеличивается на 30%. Только такой вариант может быть. Так, и я только что нажал реплей батон. Прикольно. Значит, классное видео получилось. О, 45-й день кончился. Ну что же, ребята, 45-й день кончился, а значит и кончается наша сегодняшняя серия по Тьюб Тайкун. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы выполнили все мои просьбы в этом видео, которые озвучены были. Ну а если нет, то у вас еще будет время вот прямо сейчас этим заняться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в описании ссылочки на плейлист. Также там ссылочка на группу ВКонтакте, ссылочка на стрим, где мы все это записываем. Жмите кнопку поделиться, делитесь, друзья. Хватит спрашивать меня, почему у меня так мало подписчиков. Лучше жмите эту кнопку, их будет больше. Ну и, конечно же, пишите комментарии, я их читаю, в отличие от некоторых, да. А кто пишет, что ответь мне, я тогда съем свой носок? Я всем таким людям отвечаю. Не испытывайте судьбу, а то придется удалять канал, как один тут сделал. Написал, я ему написал, что давай. И он взял, удалил канал. Не выдержал. Пока.